друзья, привет! Под многими моими видео, где я говорю, что про прошивку Нивы, многие задают вопросы, что за прошивка, где ставил прошивку, для чего прошивка. Специально для вас еду к своему товарищу Андрею. Будем прошивать Лада Гранта 2020 года, именно мою, на автомате. Где Андрей вам все подробно расскажет, где это делается, для чего это нужно, какой расход, слетаете вы с гарантии или не слетаете с гарантии. Если интересно, оставайся и смотри. Ребята, привет! Приехал к официальному дилеру. Менять буду прошивку на Лада Гранта 2020 года автомат. После замены прошивки покатаюсь, сниму отдельное видео. Уменьшился у меня расход или увеличился расход? Дергается она больше или меньше? Вот знакомьтесь, Андрей, который занимается именно всеми видами прошивки. Позадаю ему вопросы про гарантии, про цены и так, почему Андрей, нужно вопросы, делать. Которые многое пишут у меня в комментариях про прошивку. На Ниве, когда я у тебя устанавливал прошивку, тоже были многие вопросы. Что за прошивка? Как это влияет на гарантию? Вот первый вопрос про гарантию. Вот у меня новый автомобиль Гранта 3000 пробега. И вот хочу поменять прошивку. Что мне это даст? Не слечу ли я с гарантии АвтоВАЗа? Вот расскажи, пожалуйста. Ну, коснемся самого слова прошивка. В то время, когда мы только начинали, это было в конце 90-х годов, 98-99 год, ну, грубо говоря, с 2000-х пошла эпопея этих прошивок. Да, тогда был смысл чип-тюнинг, слово, когда выпаивали чип, отдельно его программировали, ставили. Все это было энтузиазмом, интересно. И не было такого контроля за гарантийными обязательствами машин. Ну, скажем, был контроль, но не в такой степени, как сейчас, потому что оборудование сейчас более высокоточное, качество обслуживания, программы, все это двигается вперед. За 20 лет многое изменилось. Значит, слово «прошивки», когда спрашивают, для нас не существует слова «прошивки», и же с ними там, а вот от кого у вас, от этого. Мы никогда не берем никакие с интернета прошивки, ни Паулюса, ничего. Прошивка, точнее сказать, перепрограммирование электронного блока управления двигателем на вашем авто производится так называемое окно в окно. То есть считывается ваше ПО, идентификаторы, ВАЗовские цифровые подписи, все соответствующие регламенту работы, и меняются карты управления. Вот эти вот карты управления. Это графика, по которой живет и работает машина. Параметров здесь, ну, около 1500. Все это меняется, редактируется. После этого машина откатывается минимум в трех инженерах, в трех дилерских автоцентрах. Ну, в частности, Тольятти, Самара, Оренбург. У каждого по 4, по 5 машин клиентовских. Потом сводим все данные в одно место полностью, редактируем их, ставим цифровую подпись, контрольные суммы. И тогда уже запускаем их в серию. Именно под каждую машину, под каждую вашу комплектацию. Тема очень серьезная, потому что при любом изменении каких-либо прошивок, так называемых, с интернета, машина уйдет с гарантией. Потому что вы, наверное, обратили внимание, при каждом обращении на официальный сервис, особенно новых гарантийных машин, после проведения любых регламентных работ ставится прибор, клиенты наверняка видели это, Grade X, так называемый. Да-да-да. У нас их два. Снимаются параметрические все данные автомобиля и отправляются сразу напрямую по интернету на завод, минуя нас. Это сделано для того, чтобы ужесточить гарантийные обязательства и требования против незаконных вмешательств, внедрений в машину и прочего остального. По факту наших прошивок результат мы гарантируем, и информацией о том, что вам что-либо перепрограммировали, является ваша информация, то, что вы знаете, и мы, что мы делаем. Больше все остальное, как было у вас, все параметры машины, так они и остались. Для приборов, для замеров.
но машина ведет себя по-другому. Она становится динамичнее, там быстрее отжимается на педаль, и при исполнении, что такое крутящий момент, вы нажали на педаль и за более короткую единицу времени получили результат. До программирования нажатие на педаль будет дольше. Она кивнет, подумает, потом поедет. Угу. Это все расход. Расход топлива, по отзывам, опять же, клиентов, что на литр полтора он меньше. Но здесь есть доля правды в этом, потому что за счет шустрости машины вы на гашетку меньше давите, меньше расход. Вот только из-за этого. Там каждый свое найдет. Если надо втопить, она гораздо веселее, резвее. И машина в некоторых случаях безопаснее при эксплуатации. Особенно при трассовых, при обгонах. Или в каких-то сложных дорожных обстановках, где вам нужно будет увернуться. Я не говорю там о скорости, я не гоняю, я езжу плавно. Я согласен. Машина безопаснее, комфортнее и удобнее. Там, где у вас были рывки, подергивания, провалы, их просто нет. Значит, после любого программирования у нас в обязательном порядке тест-драйв. 10-15 минут. Мы выпускаем, человек покатался, чтобы он первичное хотя бы впечатление свое оставил в машине. Вот. Значит, что касается расхода. Расход – это тема тонкая материя, это отдельная дискуссия, очень длинная. Сколько мы инженерами состыковываемся, разговариваем, общаемся. Особенно зимой. И если вам кто-то обещает сверхэкономичную, вот все прям экономично, поворачивайте и уходите. Экономичных прошивок не существует. Особенно для Веста, они все тяжелые машины, 1.6 механика. Но то, что расход падает, это за счет крутящего момента. Значит, особое внимание хотел обратить у вас на качество топлива. Потому что все Евро 5 и 6 протоколы, которые сейчас введены, требования на заводе, они вообще в идеале, под них подходит бензин АИ-100. Вот, по расходу топлива. Зимой, вот если летом расстояние с пункта А до пункта Б 10 километров, то зимой это расстояние увеличится до 11, до 11,5 километров при средних погодных условиях. Чем это обусловлено? Даже сухой асфальт, на нем микропленка ледяная, и когтями по асфальту существует радиальное проскальзывание колеса. Для машины скоростью является вращение колеса, помноженное на количество оборотов за данную единицу времени. Первыми с этими столкнулись таксисты. Начали звонить, спрашивать, узнавать. У них стоят навигаторы, и навигатор по GPS показывает географическое перемещение объекта. Допустим, навигатор проехал 10 километров, 10-200, а машина показала 11,5-11,800. Стали задавать вопросы, кто обманывает, машина или навигатор. Конечно, машина. По снегу, по каше, по льду, проскальзывание, по воде. Больше оборотов, больше вращения колеса. Да, вращение колеса, а КПД перемещения он меньше, потому что проскальзывание идет. Коэффициент сцепления другой совсем. Оно же связано с безопасностью машины и с расходом топлива. Второй из параметров расхода топлива зимой является прогрев. Сейчас многие поставили себе автозапуск. Вот он проснулся, машина там 30 минут минимум там молотит, пока он умывается, в зависимости от дороги, от обычной температуры, все понижения. Прогревает, отогрелась, как правило, у вас еще включен обогрев стекла, печка, а это все нагружается на генератор. Генератор висит на валу двигателя. В машине ничего бесплатного не существует. И вот этот весь расход, который расходовал, литры на часы, так называемые, суммируется и показывает вам общий расход на дисплее. И вам кажется, что вот у меня машина стала много кушать, ездить. Это не совсем так. Поэтому реальный расход, так как я сказал выше, каким образом меряется? Чтобы вы были спокойны и зря не беспокоили гарантийную службу, у них работы хватает. Вот. Значит, после программирования существует так называемая адаптация. Первичная адаптация, укладка таблиц занимает минут 5, то есть первая, вторая, третья скорость, крутите на повышенных оборотах. Не скорость машины, а просто обороты на небольших, чтобы переадаптация прошла. Полная адаптация у машины – это ничья, не заслуга. Так схематика построена современных автомобилей. Она занимает 50-70 километров общего пробега. После этого можете сделать тот замер, который я вам сказал. Пятая передача, 100-120, сброс прежних параметров. Вот эти параметры вам будут реальны. Кроме того, значит,
часто спрашивают, особенно летом, про звон пальцев прошивки. Да, да, да. Их существует, грубо говоря, две причины основных. Первая причина – это низкооктановое число топлива, потому что бензин при измерениях в последнее особенно время, где-то полгода, может даже год, октановое число 92-го бензина – 82-87. Мы снимаем, отсылаем на завод, все это тема очень такая скрупулезная. Это первое по октану. И второе по, допустим, и расходу топлива. Если хороший октан, значит КПД у него лучше, у бензина. Хотя бы лейте пятый бензин, я же не говорю о восьмом, о сотом. Что касается машин с газовым оборудованием, то газовый блок, где бы вы ни ставили, он управляет только четырьмя газовыми форсунками. Больше ничем. Управляет двигателем тот блок, о котором мы с вами ведем речь. Как мы настроим основной блок под газовое оборудование? Угол зажигания, фаза впрыска, там много моментов. Некоторые ошибки, которые мешают жить газовым оборудованием. Газовый блок на основании этих данных адаптируется под характеристики. И когда настройка газового оборудования идет, значит, желательно заливать восьмой или сотый, но сотый вы вряд ли найдете, но хотя бы восьмой бензин и проехать на нем, ну, литров 10. А потом включать газ, чтобы адаптация положения угла зажигания, фазы впрыска прошла, и потом газовый блок, он адаптируется. И этим самым на при эксплуатации газового топлива у вас происходит, опять же, экономия до 1,5 литров на газе. Ну, понятно, в принципе. Вот эти вот моменты. Так, ну, в принципе, так-то, наверное, все, да? Ну, по прошивкам практическое программирование автомобиля, автомат, Гранд, можем. Да, мы сейчас пойдем, и это сколько времени примерно занимается, время заезда? Занимает времени, ну, оформить документы, заехать, если мойка свободная, проехали. Ну, полностью минут 20. Моей работы занимает 10 минут. Программирование, адаптация положения педали. Значит, по поводу многочисленных вопросов про бустер, который ставится там на педаль, средняя да, цена. Да, 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 мне тоже предлагали. 5-6 тысяч. Кто катался на мотоциклах еще в старой закваске, наши советские времена, помните, был так называемый спортивный газ. То есть, если полный оборот ручки на мотоцикле занимал оборот или 1,2 оборота, то спортивный газ, у него ход тросика был на половину поворота ручки. То есть скорость изменения от нуля до поворота составляет меньше время. То же самое, когда ставят блок, бустер, он управляет только педалью. Первоначальный эффект – да. Потом машина садится. Дело в чем? Вот вы нажимаете на педаль, и ход педали становится у вас как бы короче. Вот и весь, вся тайна спорт-режима. Есть в Грантах. Есть отдельно ставят там на X-Ray, завод реализовал эту функцию, X-Ray Sport. Никакого, извиняюсь, спорта там нету. Просто короче ход. Короче ход педали. Понятненько. Вот. Потом, кроме этого, допустим, программирование, почему я объясняю, под данную вашу комплектацию, допустим, существует модели педалей на Грантах. Одна вроде машина вяленькая, другая веселее. Кажется, я переставлю педали. Да, эффект есть, но педали, у них графика набора пропорционально обратная. То есть, если у одного график набора, то у другого в этот момент экстраполяция другого графика. Это делается на программном уровне. То есть, теоретически, любую педаль под любую машину, вот она не подходит под эту, подходит под эту. Снимается ваше ПО, редактируется, ставят комплектации данную педаль, которую вы принесли, и машина работает с этой педалью. Понятно. Ну, так что от бустер-эффекта я вам объяснил. Потому что пробовали мы, замеры делали. Мы меняем графику работы, динамику машины, это другая история. А у вас остались неизменными параметры, просто короче педаль. Но вы можете эту короткую педаль просто резко нажать на педаль, все, вы получите тот же результат. Ладно, что, будем заканчивать, пойдем? Ну да, пойдемте. Так, ребята, информацию, надеюсь, вы получили. Каждый сделает для себя выбор.
всю информацию про человека, где он, что это делает, все будет в описании. Переходите вниз, в описании читайте все данные, телефоны Андрея будут. Можете позвонить ему, он вам все расскажет, все подскажет. Приезжайте, тоже вам подскажут, куда приезжать. Все, мы пошли прошивать «Ладу Гранту» 2020 года автомат. Отдельное видео сделаю, как она так, поедет, ребята, лучше или хуже. «Лада Гранта» 2020 года автомат. Заливаем новую прошивку. Чудо. С чего, как вообще это начинается делаться? Соединяем. Кан. Включаем зажигание. Вот, смотрите, пробег 4000 километров примерно. Данные загружает, да? Да. Идентификаторы. Идентификация I-565H. То есть это показывает, что у меня стоит, да? Да. Это все данные, параметры вашей прошивки. ВИН-номер. Номер аппаратного. Идентификаторы мы запросили. Вот еще раз его показываю. Вот идентификационные данные. Блока управления. Номер прошивки, ВИН номер, все остальное. Значит, выбираем файл данных, который соответствует данному автомобилю. Это не секретная информация? Нет. Это количество ПО на все разные типы машины, которые существуют на блок М86. Потому что когда спрашивают, там покупают в интернете прошивки, ну за эти я гарантирую, потому что мы сами их делали, это инженерные все. Цена одной прошивки в интернете от 2500 до 3500, только прошивки. Ну вот можете посчитать, сколько их здесь. Выбираем 565H06, Гранта автомат. Открываем, загружаем файл буфер, Гранта 1.6, 16-клапанную, идентификатор 846-102, сейчас, секундочку, 010-68-49 и 565H06. Делаем первый вход. Первый вход идет отказ, сброс идентификаторов, потому что зажигание должно включено быть, да? Зажигание обязательно должно быть включено. Сейчас идет сброс. Все, и по второму заходу она начинает писаться. Данные загружаются уже, да? Да, сейчас выдаст информационное окно. Да, а что щелкнуло? Это включился бензонасос. А, то есть он проверяет, да? Прошел, да. Обязательно проверяем идентификацию. Все один в один, все как было, все до последнего микроба. То есть родное ПО с вазовской цифровой подписью, с идентификаторами, с контрольной суммой. Машина остается на гарантии. После этого выключаем, чтобы нам не считать и не высчитывать там в уме цифры. Включаем секундомер, выключаем зажигание. Адаптация положения педали, она занимает 40 секунд, весь алгоритм умещается в минуту. Ну и для удобства 40 секунд начнет гореть, потом потускнеет экран, мы включим зажигание. Ну вот в среднем 86-й протокол, это новые гранты, Веста, X-Ray, они пишутся по одному алгоритму. Есть нюансы, которые пишутся с разъема. Значит, хочу хозяев предостеречь, использование ELM-ки, сейчас вот за 200 рублей продают китайские, попытка там что-то поправить себе в комбинации приборов. Честь и хвала, машина ваша. Но при соединении, при программировании, я всегда спрашиваю, ставили ELM-ку, пользовались. Потому что некоторые поставят, допустим, выставят показания температуры плавные, либо там подкачку колес. Да, знаю, да. Но они убивают другие данные, изменяют вход, потому что работа китайской этой штуки за 200 рублей, она не может быть корректной. А если просто ошибки чисто убирать? Если просто ошибки, ради бога. Но только не лезьте в программирование, потому что эти панели. Да. Вы портите путь обмена данных. И при записи теряется под ответы иммобилайзера, который в комбинации. Все, и машина перестает работать. Мы, конечно, заведем ее потом, но это лишняя проблема. Я понял, да.
И что касается... Все, 20 секунд привключено прошло. Угу. Выжимай. Кого? Заводи педаль. Все. На педаль нажми. На какую? Ну, газ, газ. Газ. Все. Так, и сейчас посмотрим и почистим. Чек. Вот, который... Да, я вижу, да. Почитаем, и процедура будет закончена. Значит, по поводу программирования Vesta Sport. Это особый момент. Значит, Vesta Sport считывается родное ПО, потому что с 7 или 8 машины на конвейере, они привязали их конкретно к борту, мы это все проверяли, всегда считывается ПО, модифицируется оно, ставится цифровая подпись, то есть вся кухня, и записывается также через разъем в моторном отсеке. Vesta Sport цена дороже, чем простая Vesta. Но там очень много особенностей. Но эффект потрясающий. Машины бегают у вас, без вопросов. Так, а еще вопрос. Нивы, Шевроле, которые шли, Лада Нива сейчас, тоже прошивки какие-то имеются, да? Обязательно мы их делаем, потому что они все вялые машины. Опять же, за счет Европротокола. Вялые да нельзя. Приезжайте, время работы 15 минут. Тест-драйв в обязательном порядке. Результат гарантирован. Ну, все, и также все гарантийные обязательства и все остальное останется. Ладно, спасибо, Андрей. Как говорится, покатаюсь, позвоню и отзыв оставлю как хорошо все. Наконец-то прошил себе Ладу Гранту. Ниву я прошивал тоже у Андрея. Сами видите, катаюсь нормально и по трассе бегает. Тоже все отлично. Покатаемся на ней, посмотрим расход. В принципе, она новая, как бы каких-то жалоб у меня тоже не было. Сейчас вот выйду с салона, прокатнусь, посмотрю первые впечатления, конечно. Так, ошибочку убрали, ошибка была что-то там с коробкой какая-то. Короче, все убрали, все видите, все отлично. Ну, давайте посмотрим, самому интересно. Самому интересно. По асфальту прокатнемся. По прямой. Просто самому интересно, прям как она на педали. Лучше, хуже. Что, нажимаем? Ну, как-то она по-другому, ребята, едет. По-другому. Ну, как Андрей сказал, надо километров 50 проехать, чтобы график выстроился, так сказать. Поехали. Как-то, знаете, плавнее, наверное. Стало плавнее. Вот мне так кажется. Сейчас все равно сложно понять. Покатаюсь. Так, ладно, ребята, буду заканчивать ролик. Всем спасибо. Кому была полезная информация, обязательно поставьте лайкос. Подпишитесь на мой канал. И пишите комментарии. Самое главное, комментарии меня интересуют, кто чем как прошивал. Вот. Блин, ездит. Все, будьте здоровы.